Всем хай, я Зеран, и это Гренни ремейк 3.0, то есть это уже новый, блин, ремейк вышел, да. Практика это без бабки, легкая сложность это легкая сложность. Экстрим. А, то есть на экстриме играть пока нельзя. Давайте пробуем на... Так, полы в доме могут скрипеть. Давайте на среднем, ну я не знаю, ну... Я по факту, ну, блядь, ну вы знаете, что я пиздец, как боюсь таких игр, типа, все такое, но давайте пробуем. Нам дают управление. Опа. Подождите. Ай, блядь. Нам дали поиграть. А есть смысл, блядь, что с камерой? Пиздец, он трясется. Можно пропустить? Это катсцены, да, давайте пропустим. Я уже видел, как выглядит эта бабка, блядь. Я не знаю, насколько будет страшно, но... Вы все ждете хоррора, чтобы я его... Да. Поорал немножко, возможно, но все такое. Надеюсь, я не громко говорю. Сейчас я проверю ОБС-ку. Да вроде все нормально. А я игры вообще не слышу. Так, я остановил игру, да? Ебать! Так, очень тихо, реально. А, это максимум. Ну все, хорошо. Давайте тогда я поставлю... Я долбоёб? Я долбоёб, нет? Я Alt F4 нажал вместо... А как... Какого... А какого хуя-то заново? Блядь, средний. Начать. Сука, звук погромче хотел сделать. Давайте на 40 поставим. Да это ебать, это много. Пропустить катсцену, я не хочу это смотреть. Да. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть, если нихуя нет. Бля, я боюсь пиздец на самом деле. Типа полы могут скрипеть, да? Она снизу или сверху? Да ёбаный в рот. А хули такая быстрая на среднем режиме сложности? Я пиздец срусь с таких игр, особенно Грэнни. Блять, ремейк это еще хлеще, чем... Не ешь. Я ебал в рот нахуй такие игры, это пиздец. Че, давайте вниз. Прыгать же можно? Заебато. И да, опять извините за такие слова. Арбуз. О, мы, кстати, можем сейчас пойти на улицу, да? Почему не смог коробки сдвинуть? Типа там нужно нажать что-то было, нет? Это что? Почему так много всего? Дверь заперта с другой стороны. Хорошо. А, мы сейчас выше. Мы. Да, мы на улицу идем. Главное, чтобы тут ничего не скрипело. Я прям. Мне кажется, был звук. Ебать, страшно. Ну реально. Это ж капец. Капец, блин, как же так? Ё-моё. Курить плохо и вредно. А как она меня заметила? А хули она тут вообще делала? Так, к машине пошла. Давайте заберем из ведра какую-то хуйню. А, вот ключ. А чё ключ? От сейфа? Как попасть туда? Ну давайте отсюда попадем. Попадем отсюда, да. И тут пусто, как я понимаю. В этом комоде тоже, да? Ну, логично. Шина и антенна. Шина, ну это колесо прям целое, это не шина. А чё так медленно иду? Ебать, конечно. Ну что, сбрасывать колесо придется. Так, и так 4 колеса. Там еще, по-моему, нужна батарея или какая. Блять, не говорите, что я сейчас зашумлю. Ставься.
Блин, капец страшно. Все, ёп, иди нахуй! Пожалуйста, не ешь! Я не хочу. Так, нам нужен этот этаж. Идем вот так в присесть, по сути, полы не должны скрипеть. Или скрипнет, там реально пиздец, потому что я знаю, что здесь тупик. Блять, она ведь это услышала, да? Вы слышите звуки? Нет! Ебать, конечно, напугает. Блять, я боюсь. Бля, по-моему, она наверх пошла. Или наоборот. Как понять? По-моему, она где-то там слева. То есть наверху, нет? Она реально сверху пошла, ебать! Ебать, у меня сейчас сердце, я хуею, блядь. Простите, пожалуйста, ну реально. Что много таких плохих слов используют. Это капец, я вот это место вообще ненавижу. Я не знаю, как мы будем это проходить. Я не хочу это проходить. Обычно игра не то интереснее, чем это. Страшно. Ладно, у меня же нога трясется. Все, я такой смелый, ебать. Фу, блядь, какая же ты конченая дура. Тихо-тихо-тихо, баг сработал. Я, короче, баг увидел, типа, на то, как летать можно, типа, да, на этой хуйне. Но я типа знал, что нужно типа приседать. А что сейчас делать? Он меня съест. Я присел. Можно выкинуть? Уйди, пожалуйста. А что мне делать? Это все. Я отцеплюсь, и она меня поймает. Страшно, страшно. Ну, блин, ну это капец. А где мы не были? Где колеса-то? Мы дома не были, блядь. Нам же нужно реально ходить по дому. Мы не были прямо вот этих вот нижних комнат. Мы не были на первом этаже, так скажем. Где она пойдет? Давайте она пойдет вон оттуда. Если оттуда это проблемно немножко будет. Хотя... Поехали. Не, ну она быстро бегает на среднем режиме, слушайте. Блять, эти капканы, это пиздец. Мы не были... Где? Да, серьезно. Давай, 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 за мной, сейчас обдурим ее немножко. Угу. И на кухню. Тут пусто, типа. О! Я заранее испугался, блядь. Сука. Я в стену влетел, такой, я думаю, блин, пиздец. Я не пройду ее, потому что я боюсь. Я уже понял, что нужно. Нужна какая-то батарея и нужны колеса. А мастер-ключ это для двери, как я понял. Антенна это как у нас по-старому, это скорее для телека, чтобы код узнать. Если там код есть, если нет, то я не знаю для чего. И нафиг. Ой, ты, блядь, ты чё там-то делаешь? Бля, ну зачем? Кстати, мы сейчас там убежим, где нам надо, по-моему, или нет? Или мы были везде, опять же?
Все, 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 уходим. Иди нафиг! Я перепрыгнул. Что сейчас делать будем? Каковы шансы на выживание у нас после этой хуйни? Кстати, если она пойдет домой туда... Блин, я не знаю. Че, идем? Идем, короче. Чего нам бояться-то? Давайте же скидываем колесо и ждем ее. Обежим вокруг дома и поставим колесо. Ну вот. А почему так бегать слабо стал? Или мне кажется? Без капканов, давай. Без капканов. С капканом. Но все равно, это то же самое, что это. Колесо где? Она может вещи подбирать, да? Или нет? Или типа на место она тпхается? Пожалуйста, не говорите только то, что она типа вещи умеет подбирать. Это самая хуйня и будет. А где мы сбросили эту? Бензин. Где мы бензин бросили? Может, он нам нужен сейчас? Отдай колесо. Нет, я не хочу умирать. Я не хотел умирать, но я серьезно. День пятый. Ну нет. Погоди, давайте проверим кое-что. Шина здесь, шина здесь. Шина здесь, тут капкан. Ну-ка, давай. Да, она с бензином в руках. Сейчас бежим домой, поднимаем шину и идем. Я не знаю, что делать. Мы ж проебем так. Второй круг. Второй круг. Не попал. Так, шина. Не помню, вот для чего. Нам сейчас нельзя увидеть, чтобы нас увидела. Кажи, ты мразота ебаная. Короче, друзья, на этом моменте, мне кажется, пора заканчивать. Я не хочу сейчас играть снова, да? Но мы еще раз, конечно же, попробуем пройти эту игру. Возможно, даже на сложном режиме, хотя какой сложный, если нам даже средний не дался. Но все равно будем играть на среднем, типа легкий или низкий уровень для лохов. Поэтому я умер. До скорой встречи.